Всем привет! Сегодня на моем канале «Готовить как дважды два» мы приготовим вкусный, ароматный луковый хлеб. Нарезаем лук полукольцами. На разогретую сковороду наливаем подсолнечное масло, высыпаем лук и протушиваем его под крышкой. На крупной терке трем два сырка «Дружба». Тесто я использую уже готовое, ссылку на него оставлю в описании к видео. Мелко рубим зелень, можно использовать как сушеную, так и замороженную. Вот наш лук уже готов. Выключаем газ. Посмотрите, как он стал мягкий. Присыпаем стол мукой. Выкладываем тесто. Раскатываем его в пласт примерно толщиной 0,5 сантиметра, можно чуть потолще. Выкладываем сверху лук, разравниваем, сыр сверху, посыпаем зеленью, добавляем перец и соль по вкусу. Скручиваем все в рулет. Раскатываем его, но не сильно. Скручиваем снова. Прижимаем верхушку, формируя как бы форму каравая придаем. Отправляем в разогретую до 190 градусов духовку примерно на 40-45 минут. Вот я уже вытащила хлебушек. Такой аромат, словами это точно не передать. Накрываем его сверху полотенцем и даем ему отстояться. Вот он уже чуть теплый. Посмотрите, какой мягкий, воздушный, красота. Разрезаем. Смотрите, какой начинка. Получилось, что она везде, по всему караваю. Режем кусочек. Ой, смотрите, какой красивый. И вкусный, обалдеть, нежный, воздушный, супер. Если вам нравится мой рецепт, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новые рецепты. До новых встреч, пока-пока.